Если Ришелье только предложил проект Порто-Франко, то воплотил в жизнь его уже его соотечественник, генерал-губернатор граф Александр Ланжерон, в честь которого названа улица у нас тут рядом. Когда Ланжерон прибыл в Одессу, которая еще не была благоустроена, ему тут страшно не понравилось, он назвал Одессу помойной ямой сначала. Но потом ему в этой помойной яме стало лучше, и он стал генерал-губернатором. Сохранилось письмо его, в котором он писал еще, когда в Одессе не все было так хорошо, что прекрасная природа, прекрасные пейзажи, но из развлечений только водка. Он, как все французы, был юмористом, в том числе в жанре черного юмора.